В Твери состоялась творческая встреча с автором книги «Кто против нас?» Рами Аль-Шаер. Дипломат много лет занимается исследованием экономических и мировоззренческих вопросов, уделяя особое внимание международным отношениям, внешней политике США, России и стран Европы и особенно пристальной ситуации на Ближнем Востоке. Практически все литературное творчество дипломата, вся его публицистика посвящена изложению и анализу серьезных геополитических вопросов. На презентации книги гости вместе с автором окунулись в хитрое сплетение мировой политики 20 и 21 веков, услышали живой рассказ дипломата, излагающего по всем вопросам свое личное мнение, исходя из собственных данных и источников информации. Гости также получили ответы Рами на свои вопросы, касающиеся истории и политики. Более подробно об этой книге рассказывает наш корреспондент. Дипломат, политолог, публицист и общественный деятель Рами Аль-Шаер уже 47 лет живет в Конаковском районе Тверской области. Родился он в Вифлееме, высшее военное образование получил в Москве, российское гражданство имеет с 90-х годов. Я приехал в Советском Союзе в 75-м году. Я был солдат, потом офицер, потом дипломат, потом публицист. А молодая моя жизнь, конечно, связана с Советским Союзом. 83-й год я стал посол. Жена русская, дети русские. Конечно, меня очень много связывает с Россией. В своей новой работе «Кто против нас?» автор затронул большой диапазон исторических и политических тем. Это агрессивная политика, которую на протяжении десятков лет осуществляли страны Запада применительно ко многим регионам мира. Книга содержит 504 страницы, в которые автор вложил весь свой накопленный опыт, знания в области политики, дипломатии, военной науки и жизни в целом. Рами Аль-Шаер раскрывает загадки мировой политической истории, объясняет, что такое многополярный мир и почему будущее именно за таким мироустройством. Я в этой книге делаю акцент особенно на молодежь, для того, чтобы объяснить молодежи, какой роль в современном мире Россия играет в спасение мира. Цель обязательно, Россия его добьется. Это создать новый мир. То, что сейчас мы называем многополярного мира. Это четвертая книга на русском языке. Первая в 1987-м была «Эти советские перестройка глазами иностранца», которая пользовалась большой популярностью у тех, кто интересуется общероссийскими вопросами. В 2018 году были изданы книги «Сражающиеся Сирии. Сочи-2018. Дорога к миру». Некоторые из книг Рами полностью или частично изданы за рубежом на арабском языке.